Готовлю себе завтрак. Значит, у меня здесь 120 грамм грибов. Я их порежу. Так быстренько. И этот, сколько? И 40 грамм лука. И на сухую сковороду немножко притушить. Доброго прекрасного утра. У меня завтрак. На завтрак я приготовила омлет. Значит, здесь у меня 130 грамм шампиньонов, 150 грамм кабачка, 40 грамм лука. Ну, помидор я не посчитала, но там его буквально чуть-чуть, грамм, наверное, 30, не больше. Вот. И на 5 граммах растительного масла я это все поджарила. И одно яйцо, и 2 белка. И получилось 230 калорий, это омлет. И плюс еще огурцы, и у меня кофе с молоком. Я уже там налила, это мне, так сказать, второй дубль. Вот. Кофе с молоком. Посчитала 50 грамм молока и 150 грамм огурца. И мой завтрак составляет 285 калорий. В общем, омлет с овощами получился 230, ну, если уже точно брать, то 240 калорий, потому что я это помидоры не посчитала. Хочу сегодня своим на завтрак быстренько сделать сырники. Значит, у меня 600 грамм творога, что я вчера покупала. Вот я его высыпаю. Вот. Гарно щепотку соли. Теперь 2 желтка ложу себе. Оставляю сюда 1 желток. Вот. И 1 яйцо. Делается очень-очень быстро. Так, бумажное полотенце. Свои яйца убираю, белки в холодильник. Так, соль я положила. Теперь сахар, они любят сладкое. Сахар по вкусу я положу 3 ложки, даже 4. Они любят сладкое. Потом положу, покладу немного сметаны. Где-то у меня просто осталось, а тут я ее, наверное, всю выла. Это где-то ложки 3. Вот. Ванильки. Это сахар или ваниль? Цукор, значит, побольше. Так. И сейчас перемешаю немного. Он пахнет уже ванилькой. Сейчас перемешаю это все дело. Все. Я сильно не разбиваю крупинки. Нравится, когда в сырнике есть крупинка. Ну и примерно 5 ложек муки. Таких не очень полных. Это на 100 грамм творога ложка муки. Шестьсот грамм у меня тут было. Все размешиваю. Ну,
все, сейчас буду вот это размешаю и буду формировать сырники. Как я формирую сырники? Я просто руки в воду, ложку в воду, ну, беру сколько мне нужно. Делаю шарик и в муку. Опять руки в воду, ложку в воду, ну, беру сколько нужно и в муку. Вот. И в муку. Самое удобное их формировать вот сразу с тарелки. В тарелку положила чуть-чуть такие шарики. Ой, не видно, наверное. Ну, ничего. Сюда. Чтоб не заранее, потому что они, когда заранее их сделаешь, они намокают. То лучше сразу в муку их и уже на сковородку их сразу формировать. Ну, можно по-всякому. Так и так, кому как удобно. Ну, все. Последний сырничек. Все. Пусть жарится. И вот такая тарелка сырников получается. Довольно-таки вкусный. Сколько калорий, не знаю, я не считала, поэтому, потому что не себе. Здесь творог 18% плюс сметана, поэтому я их есть не буду. Покажу снизу, какой он. Вот видите, они нежные. Вот в середине видно творог. Видите, они не забитые. В общем, вот такие я сырники готовлю своим ребяткам. Вот так вот. Все. Приятного аппетита, кому было интересно. Значит, повторю рецепт примерно. 600 грамм творога. 2 желтка и 1 целое я положила, потому что белки оставила я себе. Положила примерно 5-6 ложек сахара, такие небольшие. Но сахар это не имеет значения, можно даже соленый делать, это кому как нравится. Ванильный сахар, соль. Вот, сметаны, ложки 2-3. Если есть, если нет, не обязательно, ну, со сметаной лучше. И на каждые 100 грамм сыра я положила ложку муки, такую не сильно с горкой, такую нормальную ложку, но не с горкой. Размешала это все, вот, и потом вы видели, в тарелку муки, в чашку какую-нибудь воду и формирую уже сырники. И они тогда прекрасно, когда их в муке, они прекрасно жарятся. В общем, такой рецепт. Не прошло и 5 минут. Это все, что осталось от сырников. Крошечки. Вон, крошечки. И все. Наша песня хороша. Начинай сначала. Надо опять думать, что готовить кушать. Ну, сейчас буду думать. 2 часа дня. Я сварила себе суп. Потому что борщ сильно калорийный. То, что им сварила. Значит, овощной суп с грибами, чуть-чуть бросила вермишели, вот 80 грамм отварного филе и 30 грамм белого хлеба и там чесночок. Ну, чеснок я не считала. И буду еще пить цикорий с молоком и посчитала 300 грамм груши. Получается 460 калорий мой обед. Сейчас это съем, а пока пойду потом в дом, в доме буду пить. Этот цикорий с молоком и есть груши.
В общем, мой обед составляет 460 калорий. Всем приятного аппетита! Сейчас без 10:06 у меня ужин. Да, опять творог. Ну, что есть, то ем. Но у меня был перекус еще. Я там съела кусочек мяса с борща. Ну, не жирная свинина отварная. 20 грамм хлеба белого. Я там в описании все напишу. На 314 калорий. Вот. И на ужин у меня вот осталось только... Значит, я взяла 150 грамм творога обезжиренного и 20 грамм меда. И попью травяной чай. Здесь на 190 калорий ужин. А за целый день получается 1250. Вот такой ужин у меня. Творог с медом. Так прошел у меня день. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Я с вами прощаюсь до завтра. До свидания.